Качественный компактный складной нож был всегда верным помощником путешественников и не только. Ведь при своих удобных габаритах он может выполнять большой спектр задач, начиная от починки снаряжения либо одежды, заканчивая приготовлением еды и строительством укрытий. Нож Ganza J7531 вполне подойдет для решения таких задач. Его сталь, материал рукоятки и продуманная конструкция позволят с комфортом и легкостью выполнить необходимые манипуляции. Клинок имеет толщину 3,3 мм, он довольно увесистый, чтобы наносить рубящие удары, колоть щепу для костра или вырубить слегу для движения. Сталь марки 440S нержавеющая, ей не страшна влажность. Уход за таким лезвием намного проще, чем за аналогами из углеродки. Точить кромку при твердости в 58 единиц, конечно, будет не так просто, однако потом острота будет сохраняться очень долго. Материал рукоятки разработчики выбрали стеклопластик J10, который имеет большой запас прочности, устойчив к ударам и не поддается влиянию низких температур. Также такой композит имеет небольшой вес, что снижает общую массу ножа без потери прочности. Управление ножом Ganza J7531 очень простое, а блокировка лезвия осуществляется одним из самых надежных замков Axis Lock.